Итак, друзья, подведем некий итог весны 2022 года. Окна установлены, забор поставлен, картошка посажена, как говорится, все идет по плану. Ну, а в короткий очерк об этом вы сейчас увидите. Ну, а если захотите посмотреть более детальное видео, все они есть на канале. Поэтому приступаем к просмотру. А вот этот вот длинный, который придется удалить. Видите, на одном столбе провода, другой старый столб, он наклонился, но никто его убирать отсюда не собирается. Ни РЭУ, ни МРЭУ, не знаю, никто. Начну выпиливать сначала забор, так как существует вероятность, что забор его немного поддерживает. Как мы видим, забор не помешал столбу устоять. Значит, забор не поддерживал столб. Больше пока выводов никаких из этого не следует. Ставлю здесь 32 миллиметра, но так как диски немножко изношены, я думаю, что миллиметров 30. Вот, друзья, сейчас отчетливо видно арматуру. Я немножко ее обработал перфоратором, углубился где-то еще на сантиметр. И болгаркой вырезал вот эти два прутка. Потому что, когда подрежу с обратной стороны, сюда уже подлазить точно нельзя будет. Сейчас арматура с той стороны, ну и вообще целостность бетона с той стороны его все-таки держит. Ну что, начинаю пилить с обратной стороны. Вот, посмотрите, приближаю, подходить боюсь, появилась трещина. Трещина, значит, он пытается наклониться. Больше снимать отсюда больше не буду. Сейчас поставлю камеру так, чтобы было видно, как он наклоняется и падает. Замечательный сюжет, не правда ли? Прям как такое облегчение. На самом деле было страшновато очень. Сейчас его на полу можно с ним делать что угодно. И забору он больше не помешает.
Итак, друзья, первая доска уже на месте. Сейчас буду ставить вторую, третью. Ну и что получится, конечно, покажу. Наконец-то первый пролет появился. Выглядит он достаточно симпатично, практически непрозрачный и хорошо проветриваемый. Забор продолжается, и вот здесь мы видим калитку. Калитка открыта, можно было бы пройти внутрь, но сейчас покажу, как это выглядит все снаружи. О, хоть она и продуваемая, ветром, как вы видите, ее все-таки шатает. Но снаружи это выглядит вот так. Сверху и снизу горизонтальные доски. А переплести ее на таком расстоянии у меня не получилось. Доски очень сложно гнутся и даже трещат, поэтому побоялся их сломать и просто вот здесь вот скрутил посередине, одну с этой стороны, другую с внутренней стороны, и таким же образом сделал на калитке. На калитке зазоры больше, потому что сверху и снизу доска толщиной 50, а вот на этих пролетах 25. Ну и вот как в целом это выглядит, сейчас немного отойду. Вот сейчас небольшой вид со двора, двор выглядит гораздо прибраннее, чем 2 дня назад. А когда все покрасится, будет еще лучше и симпатичнее. Возможно, даже покрасим вот эту вот временную часть забора. Итак, вот и пришла очередь все-таки замены окон. Вот одно окно уже выставили, вот вылетел подоконник. Сейчас займусь другими. То есть я займусь этими окнами. А Сашка не дает мне поговорить, все пилит и пилит. Продолжение следует...
Ну что, вот уже второе окно на месте. Как видно, оно немножко приподнялось относительно старого окна. Ну, само собой, оно стало шире. Старое окно будем закладывать. Там будет кухонный гарнитурчик небольшой. Здравствуйте, друзья! Вот какая красота! Выходим на веранду, представляем ее. А вот какой вид! Ой, если бы еще не соседский дом, был бы вообще улет. Ну вот, друзья, так окна выглядят с внутренней стороны. Ну, а теперь предстоит их отделать сначала изнутри, потом снаружи. Вот это окно. Вот как выглядит вторая комната. Тоже прибраться не мешало бы. Скажем так, кухня. Тоже вот такой бардачок здесь. Ну вот, прошло несколько часов, штукатурка готова как в этой комнате, так и в соседней. Вот так это сейчас все выглядит, пока еще не высохло. А на высохшую, скорее всего, нанесу финишную шпаклевку вот таким. Так вот, время подходит уже к вечеру. Первую комнату вот я зашпаклевал такой вот финишной шпаклевкой. Так, вот это окно снаружи. Сейчас начнем демонтаж. Что могу сказать, 28 апреля, вчера было плюс 20, а сейчас реально холодно. Ну ничего, разомнемся, я думаю, что согреет.
мы видим вот такую вот красоту. Сейчас немного подровняем напильником, но так, если приблизить поближе, видите, это совсем не гипсокартон. Вот такая вот фрезеровочка завалялась, и теперь нашлось ей более рациональное применение, чем просто лежать в сарае. Ну и вот, наконец, с окнами я все закончил. С внутренней отделкой, я имею в виду. Вот так вот на сегодняшний день выглядит окно в кухне. Сейчас я перебивочкой покажу фотографии, как это выглядело до замены окон со старыми. Мебель встала на свои места. Ну, мебель временная, но все же стол, наверное, постоянный. А, и заметьте, как полочка очень хорошо на ней уже вписался. Чайник, кофе, ну и так далее. Выше можно сделать еще, конечно, полочку, но об этом будем думать чуть позже. А начинать сажать картошку я буду вот именно с этого поля. Попробую первый раз. Я насмотрелся кучу роликов, как сажают картошку мотоблоком. Я ни разу это не делал. Мотоблок приобрел только в прошлом году. Итак, друзья, вот такие борозды у меня получаются сделать с мотоблоком и окучником. Вот, конечно, кто-то скажет и так разглядит, как бык. Вот так вот. А делаю я это, опять же, с помощью вот этих граблей, только обратной стороной. А, и, кстати, вот, посмотрите, да, расстояние, на самом деле, ну, так и есть, примерно сантиметров 70-80, не меньше, между клубнями. Итак, техника прибыла на поле, небольшое поле, для кого-то большое, для кого-то, кто сажает гектарами, для того вообще ни о чем. Ну вот, буду ориентироваться на борозды, которые оставил трактор, они более-менее ровные. Ну и начинаю заезд, скажем так. Ну вот, друзья, солнце уже садится. Посадил я, значит, и сделал 8 борозд. Вот сейчас покажу их. Вот в каждой борозде приблизительно по 70, плюс-минус 3 штуки плодов. Кто-то скажет, а что с ним бороться, с этим сеном? Возможно, даже полезно будет соседство сена и картофеля. Кто знает. Но опять же, устраивать соревнования, кто из них быстрее зайдет и кто вырастет выше, ну, совершенно как-то не хочется. Надеюсь, что хотя бы процентов 50 я этого сена, пырей, крапивы и остальных трав собрал. Надеюсь, конечно, на это. Но жизнь покажет. А по времени у меня заняло это сегодня 7 часов 20 минут. Вчера было 4 с небольшим часа, и позавчера еще 5 часов. Итого у нас получается приблизительно 16,5 часов. То есть, в принципе, 2 рабочих дня. Как я и предполагал, я один справился. И как ни крути, конечно, это не 30 соток, а всего лишь 23 с небольшим. Но все же подсчетами займусь чуть попозже.
2800 кустов, они говорят нам о чем? С каждого куста, допустим, килограмм, 2800 килограмм. Почти 3 тонны. Надеюсь, конечно, урожай будет побольше, но, как говорится, надейся на Бога, а сам не плашай. Поэтому придется еще ухаживать и ухаживать за ней.